Циклон будет портить погоду на Камчатке до четверга. Дождливо и ветрено будет в Петропавловске, Соболевском, Усть-Большерецком и Елецевском районах. По прогнозам метеорологов, ожидаются умеренные, местами сильные осадки, а также усиление ветра на юго-западном побережье до 17-22 метров в секунду. Дежурные бригады коммунальщиков и оперативных служб Петропавловска перейдут в эти дни на усиленный режим работы. В каждом учреждении и ведомстве уже назначены ответственные специалисты, которые в период прохождения циклона будут нести дежурство в круглосуточном режиме. В случае возникновения коммунальных аварий назначенные сотрудники смогут оперативно организовать выезд ремонтных бригад и проконтролировать исполнение работ, отмечают в мэрии Петропавловска. Там добавили, что в период циклона увеличат количество дежурных и в ЕДДС. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.